160 рублей добавили. Это плевок в душу, это нищая пенсия, ну, как обглоданную кость тебе швырнули. Вот. За все годы незалежности я ничего не приобрела, ни одной новой обновки. А в супермаркет я иду, я как вам на экскурсию пришла, разглядываю, взять, не взять, да ладно, обойдусь. Это не жизнь, это какое-то выживание на 3D. Доедаем, донашиваем, доживаем. Валентина Николаевна всю жизнь проработала водителем скорой помощи в больнице моряков. С рабочим стажем в 36 лет она со спокойной совестью вышла на пенсию. В 1991 году, июнь месяц, я ушла на 132 рубля. Как я была счастливая. Я так работала до упаду, мне говорила врач: у тебя плохая кардиограмма, ляг, полечись. Я говорю, мне некогда лечиться, я же зарабатываю на пенсию. 132 рубля – это был потолок. Это был потолок, значит, зарплата была нормальная. А теперь, говорят, коэффициент не тот, это не то, лишь бы тебе не дать ничего. Октябрь этого года женщина ждала с надеждой. Но обещанная справедливая реформа добавила к ее мизерной пенсии 168 гривен. А вот другая наша героиня получила и того меньше. А сейчас добавили 96 гривен. Можно ли, если коммунальные услуги такие большие? На лечение уже не говорю. Кушать во всем отказываю. Утром кашка, в обед мивину заварила, а на вечер стакан кефира. О колбасе, о мясе я вообще не думаю и не смотрю, потому что денег нет на это все. Вера Васильевна тоже вышла на пенсию с началом независимости. Полтора месяца назад женщина рассчитывала хотя бы на удвоение своей пенсии. Она получала всего 1500. Пенсионерка жалуется. Проработав буфетчицей в порту, рассчитывала на более достойные выплаты. Привозили товар. Сама разгружала, что вот палец как стянула, то так на операцию делать у меня денег нет. Сама разгружала, сама отпускала, кормила людей. Вот, конечно, у тебя круглосуточная работа. В день обращаются вот по пенсионному вопросу 2-3 человека, это стабильно. Вообще в день у нас прием около 30 человек, но вот каждый день пенсионный вопрос у нас на слуху. Как именно пересчитывается пенсия? Нет такого шаблона, под который можно человеку сесть и пересчитать пенсию. Для этого нужно обращаться в пенсионный фонд. Это их внутренняя информация, которую они могут по каждому человеку предоставить. За разъяснениями такой несправедливости мы пошли напрямую в пенсионный фонд. Там нам объяснили, низкие надбавки – норма. Никто и не обещал всем золотых гор. Эта реформа была направлена на то, чтобы как раз убрать вот эту несправедливость по году выхода на пенсию. То есть никто не говорил, что пенсия у всех увеличится там на 400, на 500 или всем на 1000. Опять была бы та же самая уравниловка. То есть значительный размер пенсии произошел у тех, у кого был потенциал, скрытый потенциал в его личном деле. Под скрытым потенциалом пенсионщики подразумевают перерасчет выплат не с учетом прожиточного минимума, а исходя из средней зарплаты. Именно в обновленной формуле, считают эксперты, и кроется возможность дальнейшего увеличения пенсий, когда примут бюджет на следующий год. Но и тогда надбавки не будут резкими. Будут они пересматриваться в связи с изменением прожиточного минимума. Когда будет принят бюджет на 2018 год, там будут заложены, когда будет изменен прожиточный минимум. Это может быть доплата за сверхнормативный стаж, это пересматриваются надбавки, которые рассчитываются от прожиточного минимума. Но такого повышения, которое было в октябре месяце, нет, оно не будет. В дальнейшем чиновники обещают новое осовременивание пенсий. Через 2 года автоматически пересмотрят и среднюю зарплату. Но многие эксперты называют такие обещания еще одной подачкой правительства перед грядущими выборами. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер».